Центр, он призван сегодня своевременно и даже, я бы сказал, исходя из своего названия, опережая реагировать на те изменения в требованиях к уровню подготовки квалификации. Я просто уверен, что вот сегодня у ЦОПа Нижегородской области достаточно большие перспективы, даже несмотря на ту сложную, серьезную эпидемиологическую обстановку, которая сегодня в стране складывается, при этом экономика не стоит на месте. Одной из основных задач нацпроекта образования является повышение конкурентоспособности профессионального образования. Центры призваны решить проблему подготовки востребованных экономикой региона кадров с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области.